Доброго времени суток всем, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас выпуск о нашем Гришеньке. Гришу, как помните, мы все нашли, да, передвигающимся на двух передних лапках. У Гриши перелом позвоночника, но при всем при этом экстренно был доставлен наш Гриша в клинику «Доктор Вет» к Николаю Николаевичу, и наши шансы стали реальностью. Гриша ходит, конечно, не до конца пока. В одной лапе у него отсутствует чувствительность, вот, и на завтра у Гриши уже у Гриши 2 недели завышен лейкоцитоз, сдали все анализы, по анализам все вроде бы хорошо, потому что изначально думали на мочевой, так как Гриша, к сожалению, временами писает сам, временами его приходится сцеживать. Но там по анализам у нас все хорошо, значит, Николай Николаевич предопределил, что, скорее всего, идет отторжение металлоконструкции в позвоночнике. Такое бывает, так же, как и у людей. Вот, поэтому на завтра назначена операция Гриши по удалению металлоконструкции из позвоночника. И в дальнейшем, скорее всего, возможно, мы поедем с Гришей на МРТ задней конечности, потому что хотелось бы уже до конца, все-таки собака ходит от того, что было, да, если он ходил на двух лапах, сейчас как бы у него, его четвертая лапка иногда присоединяется к движению, но хотелось бы до конца понять причину Николаю Николаевичу и до конца уже как бы поставить его на все четыре лапы, нашего Гришу, поэтому, скорее всего, нас еще будет ждать поездка на МРТ, но сейчас моя большая такая дружная семья, я обращаюсь к вам, у нас четыре пушистика лежат в клинике, это Максим, Максиму еще лежать неделю точно, Ивушка, у Ивушки после операции начались небольшие осложнения, так как там было месиво, Николай Николаевич сказал. Вот, но это в следующих роликах вы увидите. Белка и Гриша. 4 собаки. Сутки это приблизительно 8 тысяч. Вы понимаете, да, сколько финансов требуется на оплату клиники. И так как завтра у Гриши операция, я, как всегда, обращаюсь к вам. Моя такая большая дружная семья. Мы уже столько прошли с Гришей. Гриша тоже уже давний пациент этой клиники, как, впрочем, и многие. Но это того стоит. Посмотрите на Ярика, да. Ярик ходит на всех своих четырех лапках. Давайте и поможем Грише до конца встать на все четыре лапки и жить своей счастливой собачьей жизнью. Конечно, хотелось бы, чтобы хоть кто-то откликнулся из мам-пап на нашего Гришу. Гриша очень ласковый ребенок, нежный, любит поесть, как Николай Николаевич говорит. Ну, очень любит поесть. Вот. И очень бы хотелось, может быть, кто-то из вас, кого-то затронула бы судьба Гришеньки, и кто-то откликнулся и подарил ему теплый дом, семью и миску еды. Моя такая большая дружная семья. Сейчас я обращаюсь к вам с просьбой помочь нам собрать финансы Грише на операцию и на дальнейшую реабилитацию. Спасибо хочу сказать Ольге отдельное, на которую я взяла, ну, как бы, помощь помогать Гришеньке. Ну, конечно, Оля одна не может вытянуть Гришу, потому что суммы баснословные. Вот. Но мы боремся за ребенка, мы делаем все, чтобы улучшить качество его жизни. Поэтому я, как всегда, обращаюсь к вам. Моя такая большая дружная семья. Вы с нами давно. Вы наша опора. Вы наше движение. Вы наша жизнь. Только благодаря вам мы можем спасать этих удивительных, замечательных хвостиков. Только все вместе мы дарим с вами добро
И мы большой пример для многих. Для многих, у кого очерствели души. Это страшно. И вот так вот, объединившись, мы все вместе несем в этот мир и добро, и позитив. И я думаю, что чем больше людей о нас узнают, тем больше людей проникнутся теми качествами, которые должны, в принципе, быть у человека. Я, как всегда, обращаюсь к вам. Без вашей помощи, конечно же, нам не справиться. Я, как всегда, говорю вам всем искренне и теплое спасибо за каждого спасенного хвостика, за то, что вы со мной, за то, что вы помогаете. Ну и, как всегда, без вас, конечно, нам не справиться. Давайте поможем Грише преодолеть все оставшиеся трудности. А в следующем выпуске, в субботу назначена операция «Белки», следующий выпуск будет в пятницу, смотрите нас обязательно на канале, и, конечно, я, как всегда, тоже буду обращаться с просьбой к вам. С большим уважением к вам, волонтеру бездомных животных и приют «Твори добро», Наталья.